Здравствуйте! Сегодня мы приготовим очень вкусный, но простой в приготовлении салат с крабовыми палочками. Нам понадобится капуста, крабовые палочки и консервированная кукурузка. Итак, для начала порежем капусту. Капуста у меня пекинская, она более мягкая. Дальше нарезаем крабовые палочки. Крабовые палочки нарезала. Теперь отправляем сюда кукурузку. Вот, я думаю, полбаночки достаточно. Солим по вкусу. Потом можно досолить. Добавляем майонез. И все хорошо перемешиваем. Вот так за несколько минут мы приготовили такой вкусный крабовый салатик всего лишь из трех ингредиентов. Приятного всем аппетита!